38-летний Резо Гигинеишвили испытывает трудности в режиме самоизоляции. Режиссер признался, что ему приходится сложно находиться постоянно рядом с 36-летней женой Надеждой Аболинцеевой. Основательница интеллектуального клуба 418 часто просит мужа снимать видео с ней. Эта задача оказывается неподвластной режиссеру. Он опубликовал откровенное видео, в котором обратился за помощью к подписчикам. Резо назвал ролик своим криком души. Гигинеишвили сообщил, что он профессионально непригоден и не может угодить взыскательному вкусу своей жены. «Я много чего в жизни видел, жестких продюсеров и рекламодателей, которые контролируют каждый твой шаг. Но жестче Надежды я не встречал никого. Я просто жертва семейного насилия», — заявил Резо в Инстаграм. Он попросил подписчиков своей супруги рассказать, какие видео им нравятся. Режиссер отметил, что супруга просит невозможного, чтобы в кадре было видно ее лицо и платье, а также чтобы одновременно на нее падало солнце. «Меня изничтожили. Я все делаю неправильно», — резюмировал артист. Прошлым летом Резо Гигинеишвили женился на Надежде Аболинцеевой. До этого он был женат на Надежде Михалковой. Актриса тяжело переживала развод. Летом новоиспеченные супруги отдыхали в Италии.